Безопасно и комфортно 5 новых вахтовых автобусов приобрела компания ArcelorMittal Темиртау. Использоваться они будут управлением технологического транспорта для перевозки работников на отдаленные участки. Тему продолжит Антон Александров. Это система кондиционирования идет, происходит здесь на панели. Здесь тоже включение салона, также это отопители 2 и рация связь. Новые вахтовки работники управления технологического транспорта рассматривают с интересом. Одна из них рассчитана на 28 пассажиров, другие 4 вмещают по 20 человек. Такие автобусы на базе КАМАЗ используются на предприятиях угольного департамента ArcelorMittal Темиртау в качестве технологического транспорта. Там, где в основном бездорожье, где в зимние условия простому транспорту не проехать, ну, для этого эта техника и будет служить. Новая техника имеет ряд преимуществ, объясняют специалисты. Для пассажиров это повышенный уровень безопасности и комфортабельность. Для механиков предприятия – минимизация поломок техники. 5 новых вахтовок – это уже, получается, по ремонту автотранспорта меньше уже будет проблем с ними, только обслуживание. Здесь имеются ремни безопасности для каждого пассажира, система обогрева салона и удобное расположение сидений. Преимущества предусмотрены для водителей – подогрев сидений, кондиционирование и современная панель управления. Вахтовка большой вместимости будет перевозить тот участок, где больше людей. Остальные отправятся курсировать между предприятиями угольного департамента ArcelorMittal Темиртау Шахтинского и Карагандинского регионов. Управлять новыми машинами доверят профессионалам с большим стажем вождения. Антон Александров, Николай Шевелев, 5 канал.